Хей, с вами Шмики, и вы, наверное, уже подумали, какого черта я все еще в Колизее нахожусь. Дело в том, что Зод, он все еще в Колизее остался. А DLC не могу дальше начать. Но. Смотрите, я вернул свой камешек, теперь без шарика, да, теперь он у нас нерушимый. Давайте я пойду сначала в Колизее. А, меня не впускает просто. Просто так не впускает. Давайте испытание воина тогда возьмем. Нам нужно победить Зотта. Но вопрос только заключается как. Поэтому я решил взять первое испытание. Скорее всего, это самое легкое. И он тут будет, скорее всего. Я уже интернет посмотрел. В интернете ни хера не сказано. То есть, думай сам. Давай, катись. Ой, он меня еще и зацепил. Сука, тупой муха, поймаю, бушку оторву, как обычно. Это сраная фигня. Тихо. Ну, после того, мне уже кажется, у меня никаких нету проблем. Вау, тихо. Меня чуть не задело. Воу. Тихо. Готово. Давай. Блин. Всё. Где Зод? Зод. Говнюк, ты где? Быстрее можно? Я DLC хочу начать. Ну, быстрее закончить уже. Зод, ты где? А вот и Зод. Здоров. Могучий Зод. Блин.
Золото. Все? Противостояние. О. Подожди, то есть я могу по несколько раз выполнять одно и то же, мне будут за это деньги давать? Я могу с ним поговорить? Ну по идее все, теперь я могу отсюда валить. Я же его как бы уже одолел, да? Давайте, короче, вместе с вами отправлюсь сюда, в принципе, почему бы нет. Время позволяет. Всего лишь каких-то 6 минут прошло. Ну, без 20 секунд. 6. Без. Теперь ровно 6. Было 2 минуты назад. 2 минуты назад было ровно 6. По идее, я его долел, поэтому он должен быть там, где я сейчас думаю. Наш зод. Главное, зода не было, когда... Хотя он был уже в клетке, когда мы сражались с тем боссом. Походу он до туда и просто не дошел. Сейчас мы с вами дойдем, сядем на лавочку, подрубим свои жерелья старые. Старые жерельки. Так, раз. Тебя. Автоподбор мне уже, в принципе, деньги не нужны. О, шлем. Серый принц такой темный, такой тревожный. Но не только эту опасность пришлось перенести мне в поисках славы. Видишь все трофеи, да? Памятный сувенир из моей последней победимой битвы. Той яме, что над нами? Да, сегодня жизнь уносящий взял себе еще одну жертву, а толпа разозлилась зажигательными аплодисментами. Аплодисментами громкими и искренними. Спрашивается, чему я обязан череде своих свершений и побед. Как я уже и упоминал, все дело в моей личной философии, которая зовется 57 заповедей Зотта. Нынче к месту упоминать первая заповедь. Всегда побеждай в своих битвах. Хочешь узнать остальные 56? Заповеди. Что ж. Я прошел это королевство, выполнил обещание, и я преуспел. Это обещание я дал очень давно самому себе. Обещание о славе. Слава для меня. Могучего Зотта, я никогда в себе не сомневался, никогда не отступался, и теперь я достиг своего всего, чего я желал. Ой, тихо, я думаю, что-то тут не то. Я пришел в это королевство. Так, теперь нужно сюда зайти. И мы увидим такую вот фигню. А ну-ка, серый принц, фигура вышла из колодца, тяжело дыша. Так, зардевшись от пыли сражений, то был рыцарь победивший, и с ним был трофей, наводящий ужас череп поверженного соперника. Ошеломленную весть принес он и деревню, такую праведную весть. Их белый спаситель, почитаемый жуками за героя, оказался злобным зверем, а закутанный в саван. Серый принц и был тем самым героем, заслуживший славы. Гордо, ну, кротко рассказал он о своих похождениях, о его грандиозном путешествии ради одной цели – найти и защитить ее, его серую деву, его суженую во тьме.
Так, а теперь спускаемся вниз. Вот эта статуя. Вот эта статуя. Зота. Так. Поехали. Будем заканчивать ДЛЦшку. Ого, сколько зотов. Ужасающе прекрасный, могучий, серый принц Зот. Нужно побеждать, нужно побеждать. Да? Ой, кажется, я сдох немножко, ребята. Бля, я думаю, а чё я... просрал. А у меня стоит херня же. У меня херня же стоит. А я удивляюсь. Я думаю, где мой доп урон? Так. Да? Хотя, блин, с одной стороны, эта херь тоже полезная. Такое, блин, давайте тогда сделаем, знаете как? Раз, два. Попробуем таким способом. Хилиться я навряд ли буду, поэтому я ее буду использовать для магии. Чисто магия. Чистая магия атаки. Так, нужно куда-то сюда падать. Ужасающий, прекрасный, могучий серый зот. Блин. Да ё-моё, хватит! Всё? Тёмный романс. Да, мы победили. Опа, она. Так, нам еще осталось, ребята, 51 где-то душку нафармить. Потом пойти к... к нашей этой. Все, это конец DLC, да. Это все. Так, теперь можно вернуть. Вот это. Оставить тебя. И что теперь делаем мы с вами? А все довольно просто, ребятки. Мы отправляемся с вами вот сюда, где вот эта выгребная яма. Только я думаю, самый короткий путь тут есть хотя бы. Я, конечно, в этом сомневаюсь. Вы мухи заебали. В этом сомневаюсь. В этом сомневаюсь. Хотя вот смотрите, можно через вокзал короля быстро спуститься вниз. Да, можно через вокзал короля. Поехали. Через вокзал короля все сделаем, пойдем в ДЛЦшку зайдем. Посмотрим, что там, и если там ничего не будет годного, ничего ценного, то можно возвращаться, в принципе, к основной сюжетной линии и заканчивать игру. Да, как-то так.
Как-то у нас все вот так закончится. Теперь главное правильно идти по правильной дорожке. Ай. Выгребная яма. Так, делаем отхил. Теперь нам нужно добраться до этой ямы. Ну, это, я думаю, не так уж будет долго на самом деле. Как раз до конца серии. Я ваншочу их, нихера себе. Ваншот это... Ваншот это прекрасно. Ну, плюс еще одна душонка. Так, здесь я могу пройти. Тут лавочка есть, отлично. Стоять. А как мне туда попасть? Ага, можно будет как-то через это, да, низ получается попасть. Я буду надеяться. Где там проход? Ага, все, вижу проход. И что, тут никого нету? Типа из персонажа нет. Вау! Блин. А, мне дали одну душку еще плюс. Никаких NPC новых, ничего. Обидно. Ладно, погнали. Ни NPC, нифига. Бля. Кайф. Немножечко я не туда завернул. Не туда. Так, пойди. Вот, проход. Ой, блядь, здесь же эти херовины. Так. Да, туда еще дойти надо. Шустрее надо двигаться. Так, теперь мы просто падаем вниз. Так, стен секретных нигде нету. С этой стороны.
Закрытый люк. То есть прохода никуда нету. Готово. А у нас что здесь? Это просто выход, да, отсюда? Да, это просто выход. Ну что, поехали. Окон заперты на простой замок. Используйте простой ключ, да? Смотреть. Глаз Божий подобрано. Устройство так. Сонастроено с существами великой силы. Ищите богов Элунеса, освобождайтесь их помощью. Обладайте с их помощью, силой их вознестись. В смысле? Есть где-то что-то новое появилось? Ну, карта как была, так и осталась. Ничего не изменилось. Ладно, поехали. Это если что, долца началось. Похохульство! Как гадко нам! Ты мелочь, тля, перед пылинкой пыль. Кто право дал вторгаться в дом богов? Покойся и изыди вон. Понятно, кто это нам говорит. Все, мы попали с вами в локацию. Локейшн. Ясно. Это, знаете, как храм боли, только не храм боли. Божий кров. Разумом и море. Искательница богов. Мост. Обуздать. Разумом и море. Убить их никак. Бросить вызов. Это же так каждому будет. Бросить вызов. Так, куда-то спуск вниз. Так, лавочка. Окей, бросить вызов, скорее всего, с кем-то сражаться. Небесные моря. Войти. А это закрыто. Допустим, войти. Осмотреть. Чертоги богов. Матка муж, король. Лоск, Галбин, король кошмара, Грим. Это босс, с которым я уже сразился, да? Это матка муж. Блин, это что, типа все боссы? А ну а кто здесь кто, ну? Да это я так поспешил. Это летун. Это плевальщик. Первый босс. Это типа два раза с ними, да, можно сразиться? Копейщица, куст, леталка, богомолы, шарики.
оса, наш типа брата, Нокс, коллекционер, Херовина, мужик с лазером, Ун. Это, короче, этот, что предал богомолов. Серый рыцарь. Великий воин. Зод. Там тоже закрыто. Осмотреть. Дей бог пуст. По пике пантеона ожидает. То есть эти у меня закрыты, да? Это духи вот эти. Это кто такие? А, я помню, это жуки, вот эти сраные, которых 6 штук. Так, жук-рогач. Летун херов. Мечник. Ага, вот так, да, значит. Ну, допустим, давайте бросить вызов. Матка Жуж. Так, дремлющая богиня плодородия. Настроенный, вознесенный. Допустим, вознесенный. А. Нихера! Нихера! Бля. Замечу, что мне наносится по 2 урона. Ай. Ну, короче, я понял, это типа у нас обычные тоже враги. Да, просто обычные враги. Просто сложнее версия, да и все. Фигня. Короче, в основном это можно считать. Это, короче, мне нужно всех одолеть, чтобы открылась дверь. Короче, это типа челленджей. Вода меня наполняет в силу. Да. Допустим, бросить вызов. И? О. Пантеон мастера. Души богов, так, гвоздя и панциря. Типа заблокировать, да? Ну, угу, начать. Типа, скорее мне всего ничего не дастся, да? За это все. Мне кажется, что да. Мерзкая книга, тебе тут лишь погибнуть ожидает. Погибель ожидает. В священной сечи нам открылась Слан, величайшее творение королевства. И ныне мы им дарим богам. Сами бросаем вызов всяк сюда входящий. Считаешь себя ровной великой Пантеану и его владыка? Тогда к оружию, глупец, среди глупцов за дерзость наказание грядет. Допустим. Ой, я... А хотя, ладно.
такое? Ничем не отличается от тех, что мы сражались. Вообще не вижу разницы. Ну типа убил. Ну да, они просто стали жирней по хп. Не вижу ничего сложного. Вот это на самом деле почти самый легкий босс. Я на самом деле уже не помню в атаке. Воу-воу-воу, вот этого тогда не было. Это что-то новенькое. Да говорю, это раньше он так не атаковал. Давайте просто типа одолею хотя бы вот эту, этот вызов. Это третий был. Блин, забывай про вот эти прыжки его. Как его атаковать тогда? Раз, два, три, четыре. Это аж четвертый уже босс. Гарама. Ша. Это и... Ша. Это Ира. Давай, это и... Аша. Это и на, давай. Все. Это был пятый босс. Иди, давайте все. Это да, это просто битва с боссом. В смысле? Ну, это было что-то в районе легко. Бунда! А, Бунда! Ой, мама!
вторая фаза. Все. Блин, я не знаю. Блин. Если у нас серьезно так получается, что у нас обычные босс-битвы. Ну так бы я уже его убил. По идее. Червь. Умру от тебя, и что? Даже не умер от тебя. Всё? О! Нихера сколько нужно было слушать. Зачем ты в этом пантеоне уничтожил создание? Ничтожное создание. Шум извивания твоего лишь создает помехи и заглушает те святое отголоски, что мы с всей силой пытаемся поймать, богоискательница. Ты алчишь помешать священной цели или зависть панцирь свой проела от досады. О боги королевства, покройте в еретика, вы нечто сотрите, в ничто сотрите, обратите в прах. Надо бесхалак. Иди влачи существование. Пусть боги в пыль тебя сотрут. Окей. Не, вот это на самом деле такое. Оро, мастер гвоздя. О, это ж один из учеников. Оро и Мато. Рех двое класс. Кто-то, в принципе, посрать. Допустим, проиграл. И все, видите, в чем заключается херь? То есть я сейчас умер, и заново все нужно. Поэтому ну нафиг, ребят, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Следующая серия будет заключающая серия у нас. Мы отправимся с вами убивать главбосса, по сути. Да. И все. И игра закончится, поэтому всем пока.